На ремонте вот такая стиральная машинка LG, модель F1021SDP. Значит, поломка простая. Хозяйка говорит, что вышла ночью в доме по щиколотку воды. Выключенная стиральная машинка, пропускает воду, дверка была открыта, ну, в принципе, если бы она даже была закрыта, через верх бы начала течь. Текла вода, не держит клапан. Ну, тут все просто, даже диагностику не будем делать, раз вводные клапаны не держат, они под замену. Что нужно делать? Сначала откручиваем вот эту крышку, крышка откручивается просто. Здесь есть крепежные винты, один, второй, темновато, наверное. Ну, сзади откручиваем 2 болта и снимаем крышку. Сейчас все. Винты вот эти, один, второй, один уже открутил, второй откручиваем. И все, крышку на себя тянем, и она снимается. После того, как сняли крышку, откручиваем, если еще не открутили, шланг. Ну, собственно, все. Для того, чтобы снять клапан, их здесь 2, нужно выкрутить эти болты или отверткой, или головкой на 8. Отсоединяем провода. Отсоединяется просто, не путаем, очень важно, чтобы не перепутать, они тут один короче, другой длиннее, можно будет понять, но не... потому что важно, куда она тут наливается, или сюда, или сюда, то для... один для предварительной стирки, другой для основной стирки, важно, чтобы не перепутать, иначе порошок будет не оттуда смываться. Ну, собственно, плоскогубцами снимаем вот эти хомуты и заказываем новый модель, чтобы вы увидели. Сейчас вот модель клапана, чтобы вам было видно. Заказываем в магазине и меняем.